все-таки это немного грустно. А раньше придешь в какой-нибудь гипермаркет за журнальчиком. Что-нибудь из глянца прикупишь. Что такое интересное? Интересное, красивое. А сейчас? Ну, просто посмотрите, что сейчас. Ну вот что сейчас для души взять и почитать? Я даже не знаю. Какой журнальчик? Вот такой. Вот такой. Кстати говоря, когда-то давно я писала статьи для журнала вот этого Дарья. И еще журнальчик, не знаю. Нет его здесь, по-моему. Журнальчик называется «Все для женщины». Нет, его нет. Вот, я писала статьи на бьюти-тему для этих журналов. И еще для одного белорусского журнала «Счастливая и красивая». Кстати, было очень классное время. Но вернемся к отсутствию глянца. Ну реально очень грустно. Ну где? Космополитен, Мария Кей. Какой я еще один? Inside, да? Inside? Нет, не Inside. Inside, да, журнал. Ну это же было так здорово, когда купишь журнальчик, принесешь, полистаешь. Там еще какие-нибудь пробнички были. Ну а сейчас? Ну что сейчас? Лечебные письма? Время лечебных писем? Ой, грусть. Да, или сватов. Или ретро. Реально грустно просто. Или нет, время вот этих журналов. Ну что это такое? Даже фотка ужасная. Разве Алла Пугачёва такая? Да, или вот твое здоровье, да? Нет, ну это очень грустно, реально, товарищи, очень грустно. Или как время сканвордов. Так, что у нас тут? Ну вот, время сканвордов, кроссвордов и прочего. Ну, веселый дачник. Ну, что-то отдаленно напоминающее глянец я нашла. Discovery. Теперь вот так выглядит идея для дома, да? Максим. Ну, Бордо Моден. Немножко все это напоминает, как, знаете, да, 2000-е. Когда не было никаких журналов, был сплошной Бордо Моден. Не знаю, еще Лиза осталась вообще. Журнал Лиза не закрылся или тоже закрылся? Ну еще как-то журнал Лиза всех вытянет. Но РБК толстенький еще жив. И все. Короче, девочки, вяжем, кроссворды отгадываем
И лечимся. А, ну еще кулинарием, конечно же. Еще, конечно же, готовим. В принципе, вот, да, вот там развлекуха. Никаких нам тут... никаких нам глянцевых журналов. Кстати говоря, ой, раньше, в 2000-х, у меня было очень много вот таких сборничков на разные темы. Ну вот они и вернулись. Что у нас здесь? Магия. Магия. Магия денег. Магия на всякие привороты. Вот магия на всё. Ну ладно. Наверное, прорвемся. Честно говоря, сухим шампунем я не пользуюсь и с ним как-то не подружилась. Сейчас в ленте хочу какой-то небольшой сухой шампунчик себе найти. Здесь немного вариантов. В принципе, все пользуются батистом. Но я, наверное... Вот такой есть. Я, наверное, с батистом повременю. Подружусь, наверное, с вот таким. От Seven Days. Такой маленький объемчик. Сколько здесь? Ну, что-то маленький. 100 миллилитров, 268 рублей. Ну, такую вот малышечку, наверное, возьму и попробую подружиться. Хотя, конечно, все хвалят батист. Но мне хочется батист найти маленькую упаковку на какой-нибудь скидочке. И пока я не могу на скидке выловить. Вчера ходила на педикюр, маникюрчик я делала пораньше, вот такой нежный розовый. Все-таки для девичьего счастья вот надо сходить на какие-то такие вот процедурочки, немножко себя порадовать. И настроение сразу улучшается, и как-то хорошо. Хорошо на душе. Заказала вот такие вкусняшки. Рулетики с брусникой, кажется, и латешечку. Приятного всем аппетита!
Спасибо. Забрала сейчас из Дека свою посылочку с коробочками красоты от New Beauty Box. Вот такая коробочка. Тяжеленькая.